Незаконный паркинг экскурсионных автобусов в центре Сочи в том числе создает угрозу личной безопасности граждан, отмечают участники рейда, специалисты администрации Сочи и сотрудники полка ДПС. Доставляя людей к экскурсионным объектам, водители оставляют транспорт прямо на проезжей части. Брошенный автобус, припаркованный в зоне действия знака, запрещающего стоянку или остановку, загромождает проезжую часть, что и увеличивает проблемы на дороге. Ко всему прочему, пассажиров зачастую высаживают в местах для этого не предназначенных. В ходе рейда инспекторы ДПС составили на водителя административные материалы за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Штраф 2000 рублей. А представители мэрии провели профилактические беседы с водителями экскурсионных автобусов. Подобные рейды будут проводиться регулярно.